Привет, Алекс. В воскресенье ходил на ежемесячную встречу к своим друзьям в синагогу. И у них там есть фудбанк. Сейчас я покажу, что я там взял. Так, вот это raisins and cranberries. Получается изюм и cranberries это ягоды. Окей. Так, это... Что это? Это гель для душа. Такой вот айран. Батончики. Еще одна смесь fruit and nut, фрукты и орехи. Шампунь Head and Shoulders, два в одном. Так, это body spray. Еще батончики. Зубная паста Colgate. Влажные салфетки. Зубная щетка. Так, это антиперспирант для подмышек. И еще одни влажные салфетки. Такой вот набор.